В ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. Зустрічаємося на самому початку літа. І тема нашої сьогоднішньої розмови – як взагалі не змарнувати літо, як не перевести його на лікарняному. Говоримо сьогодні з чарівною Ольгою Юшковською, доктором медичних наук. Ради вітати вас, пані Ольго. Добрий вечір. Як взагалі є якісь такі, ну, не рецепт, а пошагова інструкція, що потрібно робити, щоб літо запам'яталося, ну, зі знаком «плюс»? Потрібно, ну, якось правильно рухатись, правильно харчуватися, правильно ходити навіть в спортзал, потрібно теж правильно. Так, наскільки я розумію? Да, ви знаєте, вопрос на самом деле не праздний, і я очень рада, що ми маємо таку можливість його обсудити. Почему-то считается, что пиком заболеваемости, периодом заболеваемости, связанных с вирусами, является именно осень и зима. На самом деле нет, просто вирусы другие. Если осенью и зимой мы страдаем больше от риновирусов, то есть это насморок, это кашель, это сиплость горла и так далее. То есть это такая, то, что мы называем гриппом, в том понимании слова, в котором мы привыкли понимать. Летом же это царство, господство так называемых энтеровирусов, которые вызывают кишечный грипп. Мы все с удовольствием лакомимся фруктами, иногда немытыми. И почему-то, знаете, есть такой парадокс. Вода из-под крана – это плохо. Грязная клубника – это тоже плохо. Но грязная клубника, мытая водой из-под крана – это уже хорошо. На самом деле, именно кишечный грипп вот здесь, вот в начале весны, для нас в начале лета представляет наибольшую опасность. Почему? Потому что очень большое количество заболеваний связано с проблемами грязных рук. Мы пробуем клубнику на базаре, мы едим вишню с дерева, и, конечно же, нам не удается хорошо помыть зелень. А ведь мы знаем, что земля и те удобрения, в которых это все произрастает, конечно же, это зона повышенной опасности. То есть пунктом номер один я бы, конечно же, назвала вот эти проблемы, связанные с обилием овощей, фруктов, зелени, которые есть в нашем рационе. Как правильно их мыть, чтобы мы далее не пошли? Это же питание. Например, мы вредны их кипяченой водой. Еще. Прекрасно. Кипяченой водой, возможно, водой из фильтра, да, почему? Потому что, безусловно, некоторые даже вот салатные овощи очень хорошо на какое-то время вообще замочить в воде. И в Одессе всегда мыли, используя друшлаг, несколько раз промывали. Безусловно, конечно, грязные овощи и фрукты лучше не использовать в пищу. Это первое. Второе, о чем стоит говорить, надо говорить о том, что когда жарко, мы с удовольствием включаем кондиционеры. Потому что действительно это достижение цивилизации позволяет нам легче переживать жаркую погоду. Но в этом и кроется очень большая опасность. Мы не ощущаем вот эту разницу температур. И стараясь в автомобиле или в кабинете сделать для себя условия более комфортными, мы включаем наш кондиционер иногда на 17-18 градусов и не понимаем, насколько опасности мы себя подвлекаем. Вот такой очень хороший совет. Разница между температурой, так скажем, за бортом на улице и температурой внутри помещения или внутри автомобиля не должна быть больше 5-7 градусов. Вообще оптимальный вариант, цифру, которую мы хотим видеть на пульте кондиционера, не должна быть ниже 21 градуса. И тогда это будет комфортно. Ну и всем совершенно взрослым людям понятно, что находиться под прямым действием струи воздуха, холодного воздуха, который мы получаем из кондиционера, в общем-то, нерационально. То есть пункт номер два после энтеровирусов – это опасность, связана с кондиционерами, с перепадами воздуха, температуры воздуха между окружающей средой и помещениями. Ну а если нет кондиционера, всем известно, мы любим устроить такой сквознячок, открыть окно и балконную дверь, и где-то на этом сквозняке уснуть. И, конечно же, очень часто люди простужаются именно ночью, вот таким образом, не продумав свою такую атмосферу температурную, ночью прохладнее. Все мы стремимся охладиться. И пункт номер три для нас, для жителей города Приморского, это, безусловно, холодная вода в море. Нам жарко, и мы, конечно же, стремимся вот в эту вот долгожданную
прохладу. Здесь касательно морской воды, мне бы хотелось, во-первых, поговорить о том, что действительно не стоит злоупотреблять морскими купаниями, если вода не достигает оптимальной температуры. Черное море обычно не прогревается так уж сильно, как другие южные моря. Средняя температура летом колеблется в районе 19-20 градусов. И если мы, конечно, сравним температуру нашего тела и вот эту разницу увидим, то стоит понимать, что лучше несколько раз искупаться, чем провести достаточно долгое время в холодной воде. И, как обычно, старые одесситы, мы всегда заходим в воду медленно, сначала по щиколотку. Да, есть такая традиция. Затем по колено и чуть выше. И на одесских пляжах всегда можно увидеть таких колоритных одесситок, стоящих где-то по пояс в воде и мирно беседующих. И в этом есть своя правда, конечно же, потому что, безусловно, вот этот стресс, который испытывает организм при резкой перемене температур, для людей, имеющих сердечно-сосудистую патологию, он может оказаться достаточно серьезным. И еще, что бы мне хотелось сказать о морской воде, ведь именно морская вода, ни для кого не секрет, является источником вот тех энтеровирусных проблем, о которых мы с вами говорили в самом начале нашей беседы. К сожалению, наша вода, морская вода в Черном море далека от санитарно-гигиенических норм, которые бы говорили о воде абсолютно безопасной. Поэтому, конечно же, ни в коем случае нельзя эту воду глотать. Ни в коем случае, если она попала на слизистые, конечно же, обязательно нужно ее сплевывать, промывать рот. И когда-то, еще совсем в детстве, в моем детстве, можно было этой водой, которую брали за волнорезом, промывать носовые пути. Сейчас, конечно, это та роскошь, которую мы не можем себе позволить. Спека вже сьогодні, вже на самому початку літа. Люди дуже багато часу проводять на відкритому повітрі. Так, ми розуміємо, головний убор, там якась панама, якась кепка і обов'язково там пляшка води негазованої. Нехтують цим правилом, на жаль, але це таке просте правило, яке просто необхідно виконувати. Вода, на самом деле, для меня, вот как специалиста, который занимается питанием и рекомендациями по питанию, я всегда говорю такую фразу: вода важнее, чем еда. Правда. Без воды человек не может прожить очень долго. Особенно, когда мы говорим о том, что температура воздуха гораздо выше и идет очень серьезное испарение. Поэтому здесь вот обычно мы пользуемся такой формулой. 30 мл воды мы умножаем на массу тела в килограммах. Условно, если вы весите 80 килограмм, то в обычных условиях вам нужно выпивать не менее 2,5 литров воды. Когда речь идет о лете, когда речь идет о жаре, это количество воды увеличивается. И пусть эта цифра не кажется вам очень большой, да, но достаточное количество именно чистой воды, не чая, компота или супа, а именно просто чистой воды, является залогом, во-первых, нормального артериального давления, нормального пищеварения, нормального общего самочувствия. Конечно, если воду пить совсем не хочется, и вы чувствуете, что совсем не идет эта вода, то, наверное, не имеет смысла себя заставлять выпивать все 3 литра. Да? Никто не рекомендует, но не менее 2 литров было бы хорошо. Часто задают вопрос, что же делать людям с избыточной массой тела. Если, например, человек весит 120 килограмм, то, конечно же, не стоит умножать 120 на 30 миллилитров и получать какую-то колоссальную массу тела. Как мы поступаем в такой ситуации? Вот такой совет. Мы, опять же, умножаем 30 миллилитров на оптимальную массу тела для этого роста, например, на 80 килограмм. И дальше добавляем по 200 миллилитров на каждые 10 килограмм избыточной массы. В общем-то, в среднем, получается, летом нам необходимо выпивать в течение дня 2,5-3 литра. Не пренебрегайте этим правилом. Почему? Потому что именно в жару, когда люди потеют, да, когда есть опасность перегревания, и если мы говорим о лицах, имеющих определенный возрастной диапазон, если мы говорим о пациентах, страдающих сердечно-сосудистой патологией, мы знаем, как тяжело эти люди переносят жару. Но есть и вторая категория – это дети.
это маленькие дети, у которых механизмы терморегуляции еще не сформировались достаточным образом. Поэтому здесь надо быть предельно внимательными, когда вы берете вашего ребенка на пляж. О чем идет речь? О том, что существуют наиболее благоприятные часы для приема солнечных ванн. И всем с детства прекрасно, хорошо известно, что солнце – это наш союзник. Союзник, например, тот, который позволяет организму вырабатывать витамин D. Но надо помнить, что из такого благожелательного союзника солнце может стать нашим страшным врагом. О чем идет речь? О том, что под влиянием солнечных лучей, определенной части спектра солнечных лучей в коже и во всем организме происходит целый каскад реакций, ведущих к развитию онкологической патологии. Мы знаем очень об высокой распространенности, например, меланомы кожи и вследствие чрезмерного увлечения солнечными лучами. Более того, как специалист в области эстетики, мне бы хотелось сказать, что фотостарение, даже есть такой термин – фотостарение. Старение под влиянием солнечных лучей. Что делает солнце? Оно разрушает коллаген и эластин, оно истончает нашу кожу, оно способствует чрезмерной избыточной пигментации. Поэтому здесь у меня есть два совета. Первый совет – четко придерживайтесь, во-первых, времени нахождения на солнце. Оптимальное время – это с 9 до 11 утра и с 16 до 18 часов вечера. Особенно это касается детей и лиц, имеющих те или иные проблемы со здоровьем. А второе – то, что касается абсолютно всех, абсолютно всегда. Даже если вы идете не на пляж, а просто на прогулку, просто выходите на солнце. Это использование солнцезащитных кремов. И вы знаете, это обязательная мера предосторожности не только в плане эстетики и красоты, это обязательная мера предосторожности в плане здоровья. Современные солнцезащитные кремы, они снабжены так называемыми SPF-фильтрами. Вы, приобретая эту заветную бутылочку, обязательно обратите внимание на этот индекс. Индекс защиты. Самый низкий индекс – это 2-3. Это вообще для очень смуглой кожи в малых условиях инсоляции. 6 – это для тех, кто хочет очень сильно загореть и уже имеет смуглую кожу. 10, 20, 30 – это такой промежуточный диапазон. Но если вы знаете о том, что вы можете обгореть, если ваша кожа относится к светлому светотипу, к белому, и вы знаете, что, что солнце влияет на кожу таким образом, что вызывает ожог моментально, поэтому используйте SPF-фильтры 30-40. И самый большой SPF-фильтр для детей, для маленьких детей, у которых кожа еще очень тонкая, это SPF-фильтр 50. Ще одне таке питання, яке не можна поставити, це питання щодо фізичних навантажень. Літо – це така гаряча пора, коли і футбол хочеться побігати з друзями, і баскетбол, і ну, зал, може, не так охоче вже тягнуть, але потрібно за собою стежити, якесь там залізо потягати. Як розробити норму фізичних навантажень саме в період спеки? Звісно, обов'язково двигатися дуже хочеться. Чому? Тому що дні ведь длинні. И у нас, если зимой в 7 вечера уже было темно, и никто, конечно, бы не гулял, то сейчас до 9, до 10 вечера мы можем находиться в парках, на природе. Вот, например, сегодня в моем багажнике лежат палки для скандинавской ходьбы, и я планирую вечером в 18:30 у меня как раз тренировка по скандинавской ходьбе. Прекрасный вид физической активности. В нашем городе очень хорошо развитый вид физической активности. Можно ходить в парк, можно ходить по трассе здоровья, можно ходить вдоль кромки волны. Вообще, очень рекомендую вам вот этот последний пункт. Вы идете пешком вдоль берега, но идете пешком по песку. Тем самым ваши стопы испытывают прекрасное рефлексогенное воздействие. То, чего мы не можем себе подарить круглый год, находясь в закрытой обуви. Здесь все абсолютно зоны на стопе подвергаются прекрасному воздействию. А если вы еще и побежите, да, вдоль кромки влажного песка, то, безусловно, эффект усилится вдвойне или втройне. Правило 10 тысяч шагов – это круглогодичное правило. В нем нет исключений. 10 тысяч шагов – это минимальный объем
повседневной двигательной активности. Все уже знают, что Юшковская всегда ходит с трекером, или с фитнес-часами, или со смарт-часами. И мои все пациенты тоже используют эти девайсы для того, чтобы 10 тысяч шагов были ежедневной рутиной. Ну а что касается летних видов физической активности, то, конечно, да, это и плавание, то, конечно, да, это и теннис. И самый прекрасный, самый изумительный вид физической активности, который у нас появляется, доставляя нам не только мышечную радость, но и гормоны эмоционального удовольствия, да, помогая выработке серотонина, это танцы. Замечательно. Вы можете танцевать везде, всегда. И я знаю, по вечерам на очень многих пляжах и в парках проходят танцевальные такие мелонги или танго-мелонги, или сальса-вечеринки. Поэтому я всех призываю, кстати, сама тоже уже долучилась до тёга, всех призываю к этому движению активно присоединяться. Потому что танцы – это для человека настолько приятный, настолько простой и настолько понятный вид двигательной активности, который доставляет удовольствие. Вообще, совет самый важный относительно физической нагрузки. Физическая нагрузка не должна быть наказанием. Не используйте никогда поход в тренировочный зал как расплату за съеденный торт. Это самое плохое, что может существовать. Физическая нагрузка должна быть в радость. Найдите тот вид физической активности, который доставляет вам максимальное удовольствие. Вам нравится медитировать? Идите на йогу. Вам нравится почувствовать свое превосходство? Боксируйте. Вы любите танцевать? Пожалуйста, есть максимальное количество разных видов физической активности. Особенно это важно, когда родители выбирают спорт для ребенка. І ще таке останнє питання, досить корисні поради під час ефіру, але я так розумію, що для таких порад потрібна якась лекція. Ми пам'ятаємо, як була чудова лекція з паном Узелковим. На початку літа планується щось від пані Юшковської для людей, які не хочуть змарнувати літо, може навіть проанонсувати. Ще є такі задумки? Ну, 2 июня максимально відоме мероприятие WomenCon, большая конференция для женщин, которой моя лекция будет так и называться «ЗОЖ или новая религия». Это будет лекция о том, что хорошего у нас есть, что мы хорошего можем взять в здоровом образе жизни, и что пагубного может принести нам чрезмерное увлечение всевозможными диетами, ограничительным поведением, и, например, чрезмерным похудением или увеличением мышечной массы. Мы будем говорить о фитнес-болезнях, мы будем говорить обо всем том, что очень важно знать людям, которые решили инвестировать в самое главное – в свое здоровье. Дякую, пані Олю. Радий був з вами поспілкуватися на досить корисні і серйозні теми. Приходьте ще, літо тільки розпочинається. Спасибо. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре. З вами був Віталій Хеній.